А сейчас мы вместе с вами, дорогие зрители, осуществим видео и телерепортацию из тропической изнуряющей жары прямо в арктический леденящий холод. Ух ты! Да, здесь фантастика. Одесса. Вільна і незалежна. Вечір і предстояща ніч. Но не накануні Рождества, а на само Рождество. Христос родился. Славим Его! С Рождеством Христовым, наши дорогие зрители! Седьмое января 2017 Одесса встретила лютым арктическим холодом и огромными непроходимыми сугробами. Всех еще раз с праздником, всего наилучшего, здоровья, счастья, благополучия и процветания в новом, очень веселом году, столетнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции. Да, что день грядущий нам готовит. Поживем, увидим. А пока будем праздновать и радоваться жизни.